Привет, друзья! Дубль 3. Одеваю лошадь. Встречайте! Так. Я стараюсь делать куклы так, чтобы актер мог самостоятельно одеться и раздеться. Так, теперь ноги. Ноги левая, правая. Там есть кроксы на каждую ногу приклеенные. Попадаем в крокс. Замочки внутрь. И хорошо-хорошо поправляем штанину. Вот я ее не поправила, и из-за этого пришлось переснимать. Раз и два. Где она? Вот она. Так. Сейчас. Опа. Хорошенечко заправляем штанины, чтобы не торчали снаружи. Замочек. Так. Замочек. Раз. Два. И сзади. Еще сзади. Так, вот он. Одеваем. Так, теперь лямки. Можно расстегнуть. А можно и так одеть. Я уже подрегулировала все под себя. Можно подтянуть. Вот. Здесь ничего не торчит. Здесь ничего не торчит. Так, теперь голова. Голова. Вот что там внутри. Ничего особенного. Несколько отверстий для вентиляции. Отгибаю гриву. Вот. Ну все. Иго-го! Привет, друзья! Привет, друзья! Раздеваемся. Раздеваемся в обратном порядке. Отцепляю штанины. Раз.
Третий раз делаю дубль. Больше не буду. Так, отцепляю. Отцепляю. Снять задний кикрокс. Опа. В сторонку. И вылазим из туловища. Вот как это выглядит. Лямки, стремена, замочки. Лямочки, замочки. И эти задние. Вот задние. Все. Спасибо за внимание.